этом видео посмотрим мой новый большой заказ в интернет-магазине «1 метр ткани». Многие об этом магазине слышали, знают, заказывают. Я тоже люблю очень этот магазин за большой выбор, особенно трикотажа. Ну и очень доступные и на самом деле даже низкие цены. Кстати, свитшот, который сегодня на мне, я сшила из футера трехнитки с петлей. Он из магазина «1 метр ткани». Я показывала его в предыдущем обзоре. У этого футера изнанка не с начесом, а с петлей, и это выглядит очень красиво и эстетично. Мне хотелось сшить не просто свитшот, а что-то поинтереснее, поэтому я добавила контрастные вставки из кашкарсе. Кашкарсе тоже из 1 метр ткани, и мне кажется, получился такой джемпер в стиле Шанель. Мне понравился. И давайте не будем тянуть, сразу перейдем к тканям. Напоминаю, что в интернет-магазине 1 метр ткани можно делать заказ от 1 метра. И если вы хотите покупать ткани в розницу, то переходите сразу в раздел «Ткани на отрез». В других разделах ткани представлены для оптовых покупок. Ну и самое приятное, магазин подарил всем моим зрителям скидку 5% на любой заказ. Этот промокод, я его продублирую в описании, будет действовать в течение 2 недель с сегодняшнего дня, то есть с момента публикации видео. Цены на сайте и так уже приятные и достаточно низкие, но вы сможете получить дополнительную скидку, и эта скидка может даже окупить, перекрыть сумму доставки. Мне доставили почтой России достаточно быстро. Итак, у меня 2 рулона. Как правило, магазин разделяет рулоны тканей и трикотажа, то есть вязаных полотен. Предлагаю сначала быстренько посмотреть ткани, их немного, а затем перейдем к трикотажу. Недавно на сайте я для себя открыла новый раздел. Это полулен. И была впечатлена, во-первых, качеством, а во-вторых, большим разнообразием таких полотен. Я взяла 2 отреза полульна в качестве скатерти. Эта ткань классно подходит для домашнего текстиля, но я ее потрогала, пощупала, и она очень мягкая, потому что здесь 70% хлопка и 30% льна. Если это был бы чистый лен, то она была бы не настолько мягкой, но благодаря хлопку ощущение очень приятное, поэтому из этой ткани можно шить и жакеты, и платья, и сарафаны, и рубашки. Но я когда выбирала, не думала, что будет настолько приятная ткань, и заказала ее для скатерти. Здесь такой натуральный цвет льна, вязи, неотбеленное полотно, и ткань называется полулен, цветочная феерия. Красивый, равномерный, естественный бежевый цвет с небольшими, еле заметными вкраплениями. Ну и по всему полотну нанесен тонкий, очень деликатный принт. Мне кажется, в качестве скатерти это будет выглядеть очень шикарно. Ну и поскольку эта ткань, она без пропитки, без водоотталкивающих свойств, я взяла 2-й отрез полульна в другом принте, чтобы, если первый испачкается, заменить на 2-й, пока первый стирается. 2-й отрез полульна имеет точно такой же состав. Здесь 70% хлопка, 30% льна. Здесь тоже естественный, неотбеленный бежевый. Мне очень нравится, что он еще с небольшими, еле заметными крапинками. Это делает внешний вид полотна еще более таким природным, натуральным. И здесь на фоне напечатаны белые цветы. И на сайте эту ткань вы можете найти под наименованием «Полулен розы». Принт розы. Ткань, конечно же, мнется, но не сильно. Эти складки разглаживаются, и мне кажется, вот этот нанесенный принт, он все равно немножко сдерживает, предотвращает сминание. На мой взгляд, было бы классно шить из них даже сарафан или летнее платье. В них будет очень комфортно и тактильно, потому что это не чистый лен, а с хлопком. Ну и, конечно, тело будет хорошо дышать. К заказу была приложена накладная, и здесь написана стоимость. Давайте я вас сразу сориентирую. Оба отреза стоят по 350 рублей за метр. Я брала как раз по 1 метру. Мне кажется, за такую красивую скатерть шикарного качества 350 рублей – это очень-очень дешево, как вы считаете? Ссылки на все материалы я оставлю внизу в описании. Еще одна ткань, которую я заказала в количестве 10 метров – это бязь, неотбеленная бязь. И как думаете, для чего она мне нужна?
Я ее заказала, на самом деле, для макетов. Я часто шью макеты для того, чтобы проверить посадку, внести какие-то корректировки в модель. И советую всегда ученикам на своих курсах шить макеты, прежде чем кроить уже основную ткань, которую вы хотите в будущем носить. Пошив макета позволяет вам протестировать посадку изделия на фигуре без рисков, то есть вы не испортите ткань, не потеряете деньги, будет меньше разочарований, меньше расстройств, поэтому, пожалуйста, потратьте пару часов на создание макета, на примерку, для того, чтобы избежать сложностей, трудностей в будущем. Вообще для макетов, как правило, я использую суровую бязь плотностью 140 грамм на метр квадратный, но вот эта бязь немного тоньше, здесь 100 граммов на метр квадратный. Она полупрозрачная, более пластичная, более мягкая, но, тем не менее, по плотности она не как марлевка. Она держит форму, но в то же время очень мягкая. Я буду использовать эту бязь для макетов блуз, платьев и даже брюк и юбок, которые будут шиться из мягких, таких драпирующихся пластичных тканей. Стоимость 1 метра такой бязи 155 рублей. Все, с тканями закончили. Переходим к трикотажу. Трикотажа очень много, и я заказала каждого вида по 1 метру. Итак, первое – это интерлок. Очень нежная, очень мягкая, просто не хочется выпускать из рук. Трикотажное полотно. Вообще интерлок чем отличается? У него одинаково красивая, аккуратная лицевая сторона и изнанка. Они буквально не отличаются друг от друга, за исключением принта, конечно же. Из интерлока можно шить футболки, лонгсливы, костюмчики, детскую одежду, потому что трикотаж гипоаллергенный, безопасен для детей. Он хорошо дышит, отводит влагу. Ну, в общем, вы знаете все прекрасные свойства хлопка. И я его взяла как раз для детской одежды. У меня ребенок ходит в детский сад, и вот недавно я столкнулась с такой проблемой, что не хватает лонгсливов или футболок, или брючек мягких, легких штанишек. Они быстро пачкаются, а еще в шкафчике нужно всегда держать сменку. Это во-первых. А во-вторых, они не всегда между собой сочетаются. И, в общем, я взяла этот интерлок для того, чтобы сшить либо костюмчик, лонгслив плюс штанишки, либо только верх. Для 3-летнего ребенка здесь точно хватит на 2 полноценных костюма. Или 4, а возможно даже и 6 лонгсливов или футболок. Прям очень приятная ткань, сильно вам рекомендую попробовать. Даже если не с этим принтом, то, пожалуйста, попробуйте хлопковый интерлок. А трикотаж называется «Интерлок деревья на молочном», и его стоимость 579 рублей за 1 метр. То есть, если я, например, сошью 2 брючных костюмчика из 1 метра, то один костюм полноценный у меня выйдет примерно, округлим, на 250 рублей. Еще один отрез интерлока, и он тоже для тех же самых целей. Точно такой же приятный, одинаково красивый с обеих сторон, нежный. Кстати, он идет чулком, то есть это непрерывное полотно без кромки. В раскрое это тоже может быть удобным. Принт называется оригами, и его стоимость такая же, 579 рублей. В основе здесь красивый, прям очень классный оттенок бежевого, даже топленого молочка, и геометричный принт в виде животных и зверей. Принт на вид очень насыщенно и плотно, но тем не менее он не выглядит таким сильно оляпистым, слишком ярким и не режет глаз, как многие детские принты. Он такой очень сдержанный, лаконичный и приятный. И еще один трикотаж, это уже кулирка, я приобрела точно для тех же самых целей. Для того, чтобы сшить лонгслив или футболки. Кулирка называется «Цветы на бежевом». И может показаться, что этот принт немножко взрослый для 3-летнего ребенка. Но, на мой взгляд, очень даже романтично и красиво. Сейчас вы еще увидите, почему именно я его взяла и как он играет с другим компаньоном. И, возможно, вам тоже покажется, что такая кулирка для детской одежды хорошая идея.
В общем, мне хотелось создать капсульный гардероб, ну, что-то вроде этого, для того, чтобы топ сочетался с низом, и я могла в любой момент схватить брючки, леггинсы и любую из этих футболок. Они тоже будут в большом количестве. И в качестве низа для брючек, для шорт, я взяла кулирку, которая имеет принт джинсы. Это хлопковая кулирка, хорошо тянется, в меру плотная, то есть на лето отлично подойдет, но и на холодный период тоже. Можно сверху что-то надеть, либо наоборот под этот слой. И выглядит этот принт очень классно, прямо как настоящий деним. Такая неоднородная прокраска. Мне кажется, это намного более интереснее, чем простой синий, тем более просто с синим тоже сложно угадать. Иногда он не сочетается с какой-то тканью. А джинса, деним, как правило, практически совсем сочетается. Здесь тоже 1 метр кулирки, и мне кажется, если я сошью, например, штанишки из 1 метра, то здесь хватит, ну, минимум на 4 пары, возможно, на 5 или даже на 6. И самая интересная стоимость. 1 метр стоит всего лишь 330 рублей. То есть разделите, например, 330 на 4, и получится, что одна пара штанишек стоит меньше, чем 100 рублей. Я думаю, вряд ли в магазинах можно найти штанишки по такой цене. Плюс это натуральное полотно, трикотаж полностью состоит из хлопка. Плюс классный и при этом практичный принт, сочетается со всем. Можно сидеть, играться в песочнице, пачкаться. Пятна здесь будут практически незаметны, и ребенок будет выглядеть аккуратно. Ну и, конечно, это будет шито с любовью, и это вообще бесценно. Теперь самое интересное, давайте посмотрим, как сочетаются эти материалы. Вот эти синие участки на цветках практически в том же тоне, что и джинсовый принт. Теперь с интерлоком оригами. Представим, что это джинсы, штанишки, а это топ, лонгслив или туничка и интерлок с деревьями. Тоже, на мой взгляд, идеальное сочетание. Вообще, белый с денимом – это, конечно, классика. Но вот цветочное с джинсой, мне кажется, классный вариант даже для взрослых. Это тонкое платье, лонгслив на лето, это леггинсы или брючки. Будет очень комфортно. А вообще, я советую вам подумать именно в таком направлении. Когда покупаете ткани, то выбирайте не только по принципу, вот мне понравилась эта ткань, например, сошью из нее футболку или там платье, или просто что-нибудь сошью. А лучше всего подбирать сразу образами, как, кстати, рекомендуют стилисты. То есть вы видите, что вот это будет топ, это низ, топ, низ. Или можно сшить из этого костюм-двойку, из этого костюм-двойку и комбинировать их между собой, получится из 2 тканей 4 образа. Остается еще несколько видов трикотажа, и их я приобрела для себя. У меня есть тоже такая, не люблю слово проблема, но, в общем, мне часто не хватает базового лонгслива, футболки или майки для того, чтобы поверх надеть жакет, кардиган, рубашку. Ну, в общем, какой-то базы, которая была бы нижним слоем или даже самостоятельным. И я решила сшить для себя коллекцию лонгсливов и футболок в разных светлых оттенках. Я люблю не чисто белый, а молочный цвет, поэтому заказала кулирку. Кстати, она идет тоже чулком, то есть без кромки. У нее обычная плотность, полностью хлопковый состав, хорошее качество. На сайте ее можно найти под наименованием «Молочная кулирка», ее стоимость 340 рублей. Классная, очень приятная цена. Из 1 метра, я думаю, выйдет 1 лонгслив и 1 футболка. Следующий оттенок трикотажа – это тоже кулирка. На сайте он указан под цветом экрю, но я бы его назвала бы больше пастельным лимонным. Но цвет очень-очень классный, очень приятный. Мне давно хотелось приобрести что-то или сшить для своего гардероба именно в таком светлом пастельном лимонном оттенке. Не могла в магазинах ничего найти подобного. И вот я даже очень рада, что именно такого цвета пришла кулирка. Очень красивый, нежный, немного приглушенный и дорогой желтый цвет. Не яркий и очень легко комбинируемый. Следующая кулирка, она уже
с лайкрой в составе. Это прям очень сильно чувствуется. Она сильно растягивается. А кулирка без хлопка тоже тянется, потому что это все-таки трикотаж, но кулирка с лайкрой, она более эластичная. Этот цвет называется кремовый. Цвет очень необычный, сложный, интересный. Не классический бежевый, а как будто капельку серого добавили. Но ни в коем случае он не серый, а что-то очень интересное. Мне даже сложно описать этот оттенок. Прям очень мне понравился. Даже хочу заказать в будущем еще. Посмотрим, какая стоимость у кулирки с лайкрой. Да, здесь стоимость чуть повыше, 699 рублей. А вот экрю и молочный, которые полностью состоят из хлопка, по 340 рублей. Вообще, в плане комфорта и долговечности, конечно, лучше выбирать с небольшим процентом синтетических волокон в составе, потому что это, во-первых, позволяет трикотажу больше растягиваться, он более эластичный и легче возвращает свою форму. Ну и, конечно, он более износостойкий, а значит, в теории должен прослужить вам дольше. И еще одна кулирка. Она полностью также состоит из хлопка. Цвет называется бежевый, и его стоимость 440 рублей. Но здесь тоже я бы не назвала его бежевым. Он очень классный, сложный, необычный, как будто немножко уходит слоновую кость. Словно еще добавили капельку шалфейного цвета. Немножко похож на серый, но в нем есть какая-то зеленоватость и в то же время молочность. В общем, интересный цвет. Кстати, они классно комбинируются между собой. Бежевый с экрю, с кремовым, с белым, конечно же, с молочным. Вот, в общем, у меня тоже будет своя капсула. А вернее, базовые топы, которые я смогу комбинировать с любой одеждой, с верхним слоем. Это весь мой заказ, а я отправляюсь шить. Кстати, поделитесь в комментариях, какой из материалов вам больше всего понравился и пошив чего вы хотели бы увидеть в следующих видео. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. И напоминаю, что у вас есть возможность приобрести все эти материалы со скидкой 5% на сайте 1 метр ткани. Скидка будет действовать в течение 2 недель, поэтому у вас есть время подумать, подобрать образы и порадовать в ближайшее время себя и своих близких. Я желаю вам хорошего и успешного дня. Мы с вами увидимся совсем скоро в следующих выпусках.